не может существовать без зла. Блин, во что я ввязалась? Пора заканчивать с этими пустыми телефонными разговорами. Почему мне нельзя знать твое имя? Что вы все заладили? Ни в кого я не влюбилась. Но хотя бы ты не отрицаешь, что это демон. А ты уверена, что она прыснет на себя эти духи? Конечно. Пробудиться от этого сна человеку поможет лишь тот, о ком он думал в этот момент. Когда уснул. Мадам Агнесса, теперь мне нужно провести ритуал возвращения к жизни демона, которого я уничтожила. Как его вернуть? Можно вообще? Ну, раз нужно, значит вернем. Что для этого понадобится? Нужно начертить пентаграмму, положить центр звезды, предмет, принадлежащий вызываемому. И капнуть на него кровь вызывающего. Также прочесть заклинание. Делать это нужно сразу после наступления темноты. Ну хорошо, закат уже скоро, я дождусь. Рисунок пентаграммы и заклинания я вам сейчас отправлю. Да, хорошо, присылайте, буду ждать. Спасибо. Надо у Ясина спросить. Ясь, привет! Скажи, пожалуйста, ты не знаешь, где мне найти вещь, которая принадлежала этому демону? Какому демону? Ну, тому, с которым Алиса шуры-муры крутила. А, не знаю. Подожди, она все время какое-то кольцо в руках теребила. Перстень. Перстень? Она его с собой всегда носит. Думаю, это он ей подарил. Я посмотрю в ее сумочке. Хорошо, спасибо. Перстень у меня есть. Теперь нужно чем-то порезать палец. У бугенвили есть колючки. Надеюсь, подойдет. Блин, во что я ввязалась? А на чем ее рисовать-то? У меня и бумаги нету с собой. Может быть, на песке? Все подвластно времени. У всего есть свое место. Верни все, что было переделано. Сквозь оковы пространства и времени. Офигеть, у меня получилось! Что за лисы? Послушай, я не знаю, кто ты. Сейчас это не так важно. Сейчас главное помочь Алисе.
Ты знаешь, как разбудить Алису? Кажется, это можешь сделать только ты. Слепая бабка дала ей эти духи. Гренни? Она мстит за книгу. Вот же ж ведьма! Не бойся, мы не причиним тебе зла. Мы знаем, кто ты, и мы знаем ответ на твой вопрос. Вопрос? Но я ничего не спросила. Вопрос не обязательно должен быть задан, если он есть в сердце. Мы дадим на него ответ. Он в твоей правой руке. А вот и Гренни. Что нужно этой старой интриганке? Как дела? Как сажа бела. Это хорошо, хорошо. Я звоню, чтобы спросить, как там твоя племянница? Отдыхает? О, Гренни, как узнаваемо. Сделала гадость и торопишься поставить автограф? Опоздала. Я уже знаю, что это твоих рук дело. Это еще не гадость. Это предупреждение. Ты заигралась в спасительницу мира. Добро не может существовать без зла. Верни книгу Слендерины. А то сказка про Белоснежку лишится своего хэппи-энда. Карим? Тихо. Ну что она сказала? Вернет? Она уже узнала, что это мы. Оно и к лучшему. Мое терпение уже на исходе. Книга должна быть у меня. Пора заканчивать с этими пустыми телефонными разговорами. Да. И поиграть в настоящие прятки.